Итак, как же стирать пуховик? Прежде всего изучите информацию на вшивном ярлычке. Возможно, вашему пуховику подходит только сухая очистка. Если стирать можно, то отстегните капюшон и снимите мех. Проверьте, нет ли в карманах или на подкладке дырок. Иначе после стирки придется выгребать из машинки сбежавший наполнитель. Застегните пуховик на молнию и кнопки. Выверните наизнанку и положите в машинку с парой-тройкой шариков для стирки. Вместо них можно использовать обычные теннисные мячики. Они не позволят наполнителю сбиться в комок. Для стирки лучше использовать специальное жидкое средство. Обычный порошок труднее выполаскивается и оставляет на ткани разводы. Стирайте пуховик при температуре не выше 30 градусов с дополнительным полосканием. А отжим установите на 600 оборотов в минуту, не больше. Как сушить? После стирки расстегните застежки и выверните пуховик на лицевую сторону. Сушить можно на плечиках, но куртку периодически придется встряхивать, взбивая наполнитель. Если в квартире прохладно, куртка с натуральным мехом будет сохнуть долго, а наполнитель начнет преть. В таком случае выручит сушильная машина. Куртку в ней можно сушить на минимальной температуре. Предварительно отожмите вещь вручную или в стиралке, чтобы с пуховика не капала вода. Успехов!